того, чтобы сделать себе браслет из шнурка, нам нужно подобрать шнурок определенной длины. То есть должно быть 3 обхвата руки и 1 сантиметр для того, чтобы завязать. Будь то любая веревка, либо кожаный шнурок, как в моем случае. Если пропорции соблюдены правильно, то именно 3 слоя дадут нам правильный узел и возможность надеть все это дело на руку. В любой момент снять, не развязывая узел. Вот, чуть-чуть не дотянул. В общем, получается у меня здесь 60 сантиметров. Это как раз 3 обхвата запястья. У каждого, конечно же, свое, и каждый может проверить, но двойной не хватит для того, чтобы сделать то, что мы хотим, а именно вот так вот затянуть и, продевая пальцы поочередно, одеть полностью его на руку. Распутывается, но в натяг он должен сесть идеально. Это кожаный шнурок. Моим пальцем. Главное, чтобы он опять не разошелся. Вот. И уже в самом конце продеваем большой палец. Вот теперь мы его можем и снимать, и поправлять. И вот такой вот оригинальный браслет Фенечка будет. Ну, или у кого какие предпочтения, цвет любой вы можете подобрать сами. Главное, это ровно 3 диаметра запястья. В противном случае вы не сможете его также продеть.